Короче, мы сегодня играем в великолепную игру хоррор кликер, называется кликхолдинг. Страшно. На грани запретки, да? Ты про это? Кликхолдинг. Так, все. Что-то звук куда-то пропал. Надеюсь, что он. У меня нету звука. У тебя есть сегодня звук? Нет. А, вот звук. Вот, дядя, смотри, страшно. Что-то громко, смотри на стриме. В смысле? Так и должно быть, Ань. Сидим. Что за дядь? Что за дядь? Ань, что горит? И ты знаешь, почему ты здесь? Нет. Нажимай. Сейчас, секундочку, давайте тогда вот так сделаем. А, я здесь, чтобы покликать. Кликай снова. Я не мышкой, кстати, шевелю, а W, а D, смотри. Ага. 3, 4. Хорошо. Хорошо. Продолжай Блин, кликать. А ему нравится смотреть, как я кликаю на кровати. Нормально, страшно. Что это за дедушка? Я для тебя покликаю, дед. Сколько надо кликать? А вдруг тут реально кликание завуалировано? В смысле? Ну, может быть, он платит мне не за клики. Там еще Е можно нажать, там было управление. А, о. И что? Неужели на этом просто реально вся игра? Такой ужасный палец у него. Ты мне сказал встать с кровати, а теперь это... Я не могу назад сесть. Е нажми. Так. Че говорит Тань, че? Ты какой-то крутой кликер, говорит. Ну, конечно, ему нравится мне мой нравится. Теннис. Я уже не завуалирована. Деньги скоро будут. Видите? $14,000 кэш. О, богато, хорошо. Ой. Это ты говорил, что тебе нужно на операцию. Так, да-да, мне нужно на операцию, папочка. Чё-то там надо 10 тысяч кликов. Изи, я столько сделаю. Когда ты накликаешь, тогда ты получишь деньги. Главное не завершить раньше времени кликать. Чтоб рука не отнялась. 10 тысяч раз надо? Ого, ты кликаешь, нихуя себе! Ну ебать, я нахуй мастер кликанья, блядь. О! Нихуя себе! Пошли! Чё говорит, Ань? Чё-то там! Давай, вставай, говорит. Да, да, у меня уже встал давно. Иди к окну, говорит. Ладно, ладно, работаем дальше. Чё говорит, Ань? Открой шторы, говорит. Так. Хочу посмотреть, как это чувствуется. Да? Чё, говорит? Нет, мне не нравится это. Не нравится возле окна? Закрой шторы, говорит. Ладно, извини, извини, папочка, извини. Это было ужасно. Продолжай кликать. Ладно, ладно, ладно. Ну, по-любому же автор не про клики говорит тут. Про чё? Ну, какая-то завуалированная ситуация. Навряд ли мужику нравится просто, как я кликаю за деньги. Чё-то хуйня какая-то, да. Мне не нравятся пальцы у главного героя, ужасные. Неужели до 1000 надо так кликать? До 10 000, Ань. Будь честным, это твой первый раз? Да, мой первый такой раз. Есть такое, да, первый раз перед кем-то кликаю, ребят. Был бы тройной клик на мышке, был бы заебись. Да, тут нету. Этот кликер значит много для меня, ты знаешь? Ну да, я очень стараюсь, все хорошо. Мы будем вместе долгое время. Ну да, до 10 тысяч. Я потерян. Это что-то нашло меня, что-то такое. Да не теряйся, брат, все нормально. Но я не могу кликать так же, как делаешь это ты. Ну, у тебя, видимо, импотенция. Сходи к врачу, друг. То время, то, что ты, короче... Че я такое там? Что, Ань, там? А хуй знает. Ты же англичанин, Ань. Тебе нравится это? Не врешь мне? Не, мне очень нравится. Сломалась! Здесь горячо. Сломалась! А, очень горячо. Я, видимо, перекликал все диалоги наперед. Поменяй температуру. Температуру где поменять? Поменять надо температуру. Так, где температура меняется? Наверное, тут вот меняется. Вот это, наверное. Ща-ща, ребят, ща мы поменяем. Фу, о, это кныка. Да, у него. Уже лучше. Кто у него? Кныка? Ребята, давайте смайлики по теме накидаем кучу, на подклики прям. О, хорошо. Хорошо, говорит. Хорошо. Ну, поехали. Бля. Теперь холодно, говорит. Да, ну ты хватит меня дрочить туда-сюда. Что такое сенсейшн, я не знаю. Так. Поменяй термостат. Поменял, брат. Все нормально, теперь можно? Наверное, на ход надо. Да, блин, ну что ж такое-то? О, горячо. Вот, все. Лучше. Мы очень стараемся. Поехали. Оп. Хорошо, не останавливайся кликать. Работаем, работаем! Ань, да, ты покликай, я устал. Давай я. У меня рука онемела, покликаем ему по очереди. У меня треморная рука, блядь. Так, наоборот, Ань, приноровись свой тремор, чтобы тррррр как пошло. Да-да-да, надо как-то, может быть, ногой? Двумя. У меня ногой я могу кликать, ногой, тём. Давай, попробуем ногой. Нет. Да давай ногой, Ань. Давай. Где нога?
А, тут можно просто зажать. Во. Ань, что ты зажала? Давай на тремором. Не получается тремором, все. Ну, ладно. Тут можно зажать просто. Ну, тремор это читы. Ну, за... Я крикала опять ногой. Что-то там, телек он теперь хочет посмотреть. Так. Что такое, не нравится канал? Давай, говорит, продолжай. Ладно, продолжаем, ему нравится, когда шипит. Мне нравится белый шум. Ладно, белый шум, так белый шум. Оп, понеслась. И... Чувствуется, как будто Бог тебя не слышит. Бог меня не слышит. Бог, надеюсь, не видит, что мы тут чем занимаемся. Ага. Бля, опять что-то не так. Что-то не так. Да, я и говорю, вот. Что такое? Что такое? Покликай где-нибудь в другом месте. Может, покликать тебе в очко прям, брат? Давай я тебе прям возле штанишек, блядь, покликаю. Где покликать? Аня на мою мышку ногой наступила, да-да-да. О, кликаем. Крутая мышка, спасибо, Хан. Реально крутая. Согласен. Поехали, Аня. Ему нравится, когда я тут вдалеке кликаю. А нельзя другой вот этой мышкой кликать? Не, нет, нельзя. Ну, вот клавиши мышки. Думаете, вы что-то реально получите? Да! Мы заработаем все деньги с тебя, если хомяк! Что такое Халвей? Он говорит, уйди отсюда. Ладно, куда-то ладно, в Халвей, говорит. Ухожу, как бы я без Ани играл, блин. Ладно, в коридор. Уйди прям в коридор. Да, вот так вот. Да, сука, что ж за игры такие? Бля, я говорю, мы не кликаем, нихуя. Мы бегаем по комнате и дрочим в углах разных. А ему нравится. Да-да-да, он балдеет. Поэтому кликолд. Кликолд? Кликолд, бля. Кликолдер. Кликолдер. Поняли? Вот оно просто что значит. Просто смотрю за тобой, что-то говорит. Так, кликолдер, блядь. Поэтому так и называется. Почему? Ну, кликолдер, Ань. Что? Ну, кукловод. А, ну да. Ну вот. Он кликолдер, ну, он да? Кликолдер, да. А, любит смотреть. Я так кликаю, а он кликолдер. Да, там, он нет. Любит смотреть. Ну ладно, кликолдерим дальше. Кликаем. Ты хорош в этом. Да я вообще мастер, нахуй. Обращайся, брат. 14 тысяч долларов, быть, да? Лучше, чем всегда. 14 тысяч долларов, да, он вроде за это обещал на операцию? Да-да-да. Блять, а есть такое в жизни где-нибудь? Я бы покликал, чтобы на меня смотрели за деньги. Ну, только реально покликал. Мне нравится смотреть на тебя, говорит. Спасибо, брат, я очень стараюсь сейчас. Чё, говорит Ань? Чё ты там, странные пуписы какие-то. Кто пуписы? Знаешь, да, какие-то пуписы. Чё тут, говорит Ань? У меня много вопросов. Так. А тут чё? Может быть, есть русская озвучка, блять? Чё, Ань, не переводишь-то? Да хуй знает, я не знаю слова. Блять, он ствол достал. Пизда. Ты выглядишь круто, но мы вместе наедине. Когда ты с англичанами тут разговариваешь, все хорошо. Да, потому что это он странные слова говорит какие-то. А, вы помогаете тогда. Так, бля, волыну достал. Убрал. Да-да-да, за кресло спрятал. Я от страха, конечно, сейчас ускорюсь. Смотрите, сейчас. Говорит, не смотри на меня. Что это? Да блядь! Надо, говорит, не поворачивайся назад. Бля, что ты будешь делать там сзади? Бля, ладно, ладно. 999 надо так кликать? Говорит, не смотри на меня. Ну-ка. Окей, повернись назад. Так. Он достал хуй, я видел, тяни. Да по-любому он и есть хуй, наверное. Чё говорит Ань? Повернись в комнате что-то. Кликай где-нибудь в другом месте. Ладно, ладно, ладно. Я найду место, где кликалка работает, брат. Ща я тебе так откликаю. О! Чё хорошее говорит? Место, теперь кликай. Ладно, ладно, товарищ, работаем. Кликает свой стручок. Кликаю. Если это про меня речь. Кликаю. Покликай для него, Ань. Так, во. Хорошо, окей. Кликайся. Чё, говорит? Ага. Кликай еще где-нибудь. Кликаю. Ищем лучшее место. Я ищу что-то. Артём, на вебке круто кликаешь. Спасибо. Я для вас чат стараюсь. Вы же кликолдеры. Может быть, здесь? Кликолдеры все тут. Вот здесь, хорошо, говорит. Ладно, брат. Ань, кликай, давай я тебе помогу покликать. Давай. Вместе покликаем тебе.
Во! Уже 3000 раз накликал, Артём, много? Накликаем сейчас вообще отлично. Ну, ему вроде нравится. Тебе нравится? Я имею в виду твоя жизнь. Да, вот покликать вот так вот за деньги. Идем. Иди там температуру, говорит, кликай. Температуру покликать? Поменяй температуру. Ладно, такая или такая? Окей. Кликай. Теперь кликай. Все, работаем, Ань, давай покликаю тебе тоже. Давай. Может, и есть? Стой, подожди, какая-нибудь еще на клавиатуру, подожди, не жми. Ну-ка. О, нормально. О, можно на пробел жать? Я тут покликаю и тебе еще покликаю. Давай, я буду кликать. Давай. На, держи мышку. Друг другу кликать будем. Нормально. Нормально, да. На пробелы, на мышку. Это самый странный геймплей у нас. Да, пиздец. Смотрите, Златки без СМС. Хей. Во, вот этот смайлик охуенный, спамим. Так. Иди в этот, говорит, в... Куда идти? В... Блядь, как это называется? Вот сюда. Ванну. Ванну? Да. Да ну нахуй. Чё, реально? Да, вроде ванну, говорит, иди. Вроде закрыто. Точно? Чё-то он говорил, ванну иди. Может быть, выйти надо всё? Во! А. Так, бля, ему нравится, как мы салфетки собираем грязные. Всё, нашли, и нормально. Ванну, да? Так. Кликай. Я хочу, чтобы ты кликал внутри. Ладно, я зашел внутрь. Не я кликается. Хочу слышать это. Ну я кликаю, не кликается. О. Ты там? Так, все, поехали. Давай. Кликаем. Не могу кликать так, как я хочу, говорит. В смысле? Не как ты. Я он не может так кликать, как я, поэтому ему нравится смотреть. Включи телевизор, говорит, заново. Бля, обидно за него, блин. Мы ему помогаем сейчас очень. У него, наверное, с руками что-то не то. Ты можешь продолжать. Ладно, спасибо, господин. Так. Я не знаю, когда я смогу снова посмотреть телевизор. Что случилось? Посмотри на этого тигра, картину тигра. Ладно. Ради тебя я сделаю все. Окей, продолжаю кликать. Продолжаю, смотрю на тигра. Бля, тигр охуенный. Лучший тигр галактики, брат. Чё там, Аня? Говорит, не знаю, как может ранить это людей. Да, это картина. Да, тигр живет и радуется, блядь. Блядь, все, руки затекают. У меня есть одна мечта. Какая? Брат, рассказывай. Я... Посмотреть на чувака на сиденье. На чувака на сиденье? Да. Что-то такое. Так, ну и мечта, брат. Я не могу двигаться. На, ты онемел. Давай, Артём, еще 550. 5050. Сколько он что-нибудь там говорит-то? Мужик был крутой. Так. Я сидел здесь часами, смотрел на меня, почему я не могу двигаться. Пока я не могу двигаться. Блин, игра крутая. Всего 50 рублей. И я сделал эту маску. Ебать, брат. Ну даешь, все. А, он в маске. Фу. Лучший геймплей галактики. Че за маска? А, ничего не понимаю. Я тоже ничего не понимаю, Тём. Ну что он говорит-то? Рассказывает историю какую-то интересную. Нужно что-то тихое, свободное. Ему в жизни... Где кто-то спрашивает советы какие-то, вопросы. Ага. А место, где никто не кричит. Маску, если он не двигается? Типа он в маске сейчас сидит? Типа в маске, да. Нихуя. Расскажите вкратце, что он вообще рассказывает? Кликай быстрее, говорит. Не хочу, а что ты меня заставляешь? Я хочу, сейчас у меня передышка. Я так кликал активно. Да. Стер нахуй пальцы. Про мужика, который сидел на него и смотрел. Говорит, чего? Кликай быстрее. Он рассказывает про мужика, типа на него когда-то смотрел какой-то мужик. Нихуя, и поэтому он так стал тоже хотеть. Быстрее, сейчас. Сейчас, ладно. Да, вот говорит, быстрее. О, намного лучше. Вот, хорошо пошло. Да, ладно. Молодчик, говорит, молодчик. Ой, да не за что, брат. Че опять такое? Посмотри на тигра снова. Ладно, брат, иду смотреть на тигра. Окей, иди сейчас кликай. Я думаю об этом. Он был таким же, как и мы. Сочувствуйте ему. Да, он вообще хороший парень. Мне нравится эта картина. Да, мне тоже. Хороший тигр отдыхает, умиротворенность, да, Ань? Иди снова в коридор. Фу, Ань, ну чё, как тебе кликер? Да пиздец что-то, мне кажется, ты все пальцы сейчас сотрёшь. Чё, правильно говорит, в коридоре стоишь, теперь кликай. Ладно, кликаю, господин, кликаю.
Мне нравится, как ты там смотришься. Может, мы ему уже покликаем? Ля-ля, ручки как сделал, оп. Поменяй температуру, говорит. А, ладно, вообще без проблем. Сейчас мы поменяем. Нормально? Погоди секунду. Что такое? Да, работает. Все, супер, наладил. Красиво? Молочек, молочек. Красиво, работаем. Кликай медленней. Ой, ладно, извини, извини. Тебе нравится, когда медленно? Мне нравится медленнее, если ты можешь. Ну так. Давай я хоть поближе подойду, а то мне некомфортно, брат. Сейчас, подожди. Достаточно. Теперь кликай, как ты хочешь. Ладно. Хочу закончить тебе намазку, брат. Все для тебя. Ты семерочку выбивай, смотри. Оп. О, что такое? Ладно, ладно, ладно. Тебе нравится эта цифра? Стой здесь. Стою, брат. Че он говорит, Ань? Погоди секунду, говорит. Гадю. Че такое? Гадю, что дальше? Что-то надо к нему подойти, может быть? Все-таки надо руками, может, с тобой это соединиться, друг. Может быть, да. Так, что такое? Что говорит? Стой здесь, говорит, вот так. Стою, да. Да, говорит. Да! Что с тобой, все окей? Мне хорошо, говорит. А, ну ладно, я рад. Это реально хорошо. Конечно, изи вообще. Боже. Ой, что с тобой, брат? Что случилось-то? Ну, кончай, Тань, отойду пока от него. Что-то еще говорит. Что еще? О, продолжай кликать. 7 тысяч, еще 3 тысячи надо накликать. Что говорит, Тань? Сладость, говорит, сладость. А до этого? Так. Что-то там, говорит, короче, хуйня. Ну как хуйня-то? Ой-ой-ой, опять он и занялся. Я сильный. Да, ты сильный, ты сильный. Ты мужик. Да никто просто не умеет кликать, как я. Да-да-да. Давай-давай. Не, что мне говорит, снова холодно, пока. Говорит. Холодно, извини, поменяй температуру. Семьей мечты нельзя сохранить. Ой-ой. Ой. Так, ну только если оставлять их в тайне. А, типа это его мечты, но приходится их оставлять в тайне от семьи. Наверное, наверное. Жесть, конечно, парень дает. Блин, грустно, да? Вот у него такая потребность, а он не может реально своему сыну трехлетнему рассказать. Угу. Ну и ситуация. Вернись. А? Отвернуться? Ладно, брат. На кровать где-то был до этого. А, вернуться на кровать? Попробуй. Присядь попробуй. Ой-ой, ой-ой. Мы почти закончили. Ой-ой! А, поэтому он про тайны говорил, что я тоже тайну унести в могилу? Так, и чё? Ты должен кликать дальше. А я чё зря кликал? Ты чё, хуел, блядь? Быстрее, надо, медленнее, короче, не волнуй. Так мощно кликнуть сейчас, чтобы всё ему в глаза полетело, и он ослеп, отвечаю. И мы сбежим в этот момент. Ты не можешь причинить мне боль. Да я ничего так, не может конечно. Причинить мне боль. Сейчас кликнем нормально, сейчас по глазам. Я сильный, чистый. Работаем, Катина уже заливает ему глаза. И мы с нами что-то там одиноки. Нормально, нормально, да, мы одиноки, но ничего. Блин, то есть он обещал деньги, а теперь не хочет деньги давать, да, на операцию мне? Так, что-то чё? Там. А! О! Дурачок, блядь. Ну это, блядь, минус вайп, брат. Мы должны закончить это. Это вообще, ну как бы атмосфера испортилась. Где деньги взять? Ну за креслом лежат. Мы должны закончить это вместе. Вместе? Вместе а, хочет. Типа вот так одновременно? Ладно, поехали, ради пожалуйста, тебя. Пожалуйста, говорит. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, и что? Дурачок, блядь. У него там пуль нету. Опять мы посмотрели. Спасибо, говорит. А, не за что. А и деньги? Что это такое? Ну, мы подрочили, Ань. Кликолдинг и все? Ну, а что ты ждала? Я думала, какая-то крутая игра была. Говорит, как тебе экспириенс? Ань, что говорит? А хуй знает. How's everyone doing tonight? We've got a little song here about the end of the world. Что-то говорит. Kiss me, the world is ending. И все? Бля, что за хуйня? В смысле, охуенно? Что охуенного? Блядь, пиздатая игра. Я так верни долго деньги. Никогда не кликал, блядь. Охуительно, и блядь. И быстро так, нахуй. Нихуя себе. Лучшая игра галактики. Непередаваемый опыт. Верни деньги за это. Сколько ты за это заплатил? $3 почти. $3? Я считаю, это дешево.